допустим, помните все, да, мою вот эту кофемолочку, я ее называю, у нее есть имя, раритет. Эта кофемолочка, вы знаете, сколько рук ее трогало, чтобы мелить кофе или, допустим, специи. Это еще и для специй вот такой вот механизм там очень хороший. Я его выстроила много раз уже, это я делала, выстраивала его под башню. Допустим, как мы знаем, Пизанская башня может быть, еще какие-то падающие. У нас в нашем городке была башня в Измаиле, и мы возле нашей школы, и мы всегда хотели, чтобы эта башня рухнула на нашу школу, чтобы нас спустили с занятий. И вот эту башню я продолжаю ее рисовать как возможность свободы, свободомыслия, да? И как бы она уже имеет возможность возвыситься над земной сферой и стать такой, знаете, монументальной межпланетной территории.